Mesdames et messieurs, bonjour. Сегодня я вас приглашаю на средневековую ярмарку в город, где мы уже с вами были. Вернее, мои давние подписчики, мои постоянные зрители знают, что летом мы были в городе Провен, средневековом городе в 100 километрах от Парижа. И сегодня здесь впервые за 2 года открыта средневековая рождественская ярмарка. Вот на эту ярмарку я вас и приглашаю. Когда мы с вами были летом здесь, в Провене, я поднималась вот на эту башню, оттуда показывала вам вид на город. Сегодня пойдем просто за атмосферой. Итак, мы с вами идем на средневековый рынок. Вот здесь даже указатели. Ну и вот там, на этой небольшой площади, разместился рыночек. Вот давайте подойдем, посмотрим поближе. Ой, надо что-то перекусить. Ну вот видите, здесь готовят так, как в средние века, все у вас на глазах. Здесь можно взять бутерброд, вот, горячий хлеб. О, а там шкурами торгуют. Я вам напомню, что Провен – это старинный город. Находился он когда-то в регионе Шампани, но сейчас это департамент Сен-Марн и Иль-де-Франс. От Парижа это примерно 100 километров. И этот город – прекрасный образец средневекового купеческого города. И, кстати, Провен – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Провен состоит из 2 частей – верхний город и нижний город. И старый город на холме, он до сих пор окружен средневековыми стенами. В 13 веке Провен – это было место проведения ежегодной ярмарки. Причем эта ярмарка была самая крупная не только в регионе Шампань, но и во всей Франции. Но это видео не об истории города. Давайте просто прогуляемся по старинным улочкам и посмотрим атмосферу рождественского рынка в декабре месяце, в старинном городе, в средневековом стиле. Такие рынки проходят здесь, в Провене, каждый год, исключение составило 2020-2021 год. И обычно вот эти рынки проходят 2 дня, субботу и воскресенье. На них приезжает до 25 тысяч гостей. Посмотрим, что у нас сегодня по программе. Средневековая рождественская ярмарка. Не было 2 года из-за ковида. И вот, наконец, открыли опять в Провене. Старинная традиция. А вот здесь магазинчик, где можно купить, разнообразные продукты пчеловодства. Продукты de la ruche. Так, пойду, пожалуй, зайду, посмотрю. Костюмы. Супер. А здесь спектакли проходят для детей специально. О. Вау, такие булочки средневековые. Слушайте, все можно купить. Прицеты 14-15 века делают. И что разливают? О, вино горячее, глинтвейны. О, а там в костюме это кто? А, merci beaucoup, c'est gentil. Je voudrais juste vous filmer un tout petit peu. Ça va? Vous n'avez pas froid? Ça va? Allez, bonne journée, merci. Неужели это настоящие? Да, настоящие куры. Ой, как хорошо, кого дня тепло. О, сегодня 0 градусов. Красивая девушка. Вау. Так здорово. А? Вот так приспособили старинный камин, цветы. Высокие ступени. Ой,
Рестораны везде очередь, к сожалению. Bonne journée, bon courage. Merci. Вот так вот, ходишь по городу, ходишь и встречаешь то мушкетера, то тамплиера, то ля жанта дам. Вот. Хочу вам показать типичное украшение для Рождества католического в провинции французской. Так, здесь написано «Рождественский рынок». Пойдемте посмотрим. Так, вот здесь вход. Сегодня очень холодно, сегодня только 0 градусов. Так можно за 2 евро из тыквы. Ой, здесь сыры местные. В общем, здесь можно купить разнообразные подарки. Вот там пиво местного тоже Провен. Ой, вот там можно у огня согреться. Пойду я тоже погреюсь. Руки мерзнут. Кстати, очень многие в костюмах своих собственных. Не, как бы они не участвуют в спектакле здесь, а ну, просто чтобы ради атмосферы. Смотрите, как здорово. Вау. Чтобы огреться. Тепло, хорошо. Не надо, где ты шофируешь?
C'est pas mal. C'est tellement propre. Здесь можно попробовать запустить топором. Стоит это 2 евро, кстати. За 10 бросков. Попытаться попасть в бревно топором. Топориком. Здесь вкусная кухня, здесь огромная очередь, сейчас я вам покажу. Вот видите, огромная очередь. Проблема, конечно, людей много. Надо где-то сосиску купить мне тоже, перекусить. И везде очереди за едой. Так, пойду-ка я на запах, ребята. Сейчас. Так, здесь сосиски. А я хочу горячую сосиску. Здесь. Вот там горячие сосиски были. Так, пошли на запах. La ville haute. Il ne coûte 15 euros et vous permet de déguster partout sur notre marché. Вот это в костюмах. Кто у нас? С Гарри Поттера. Сегодня очень холодно. 0 градусов, минус 1. Для Франции это очень холодно, тем более очень влажно. Так что народ согревается глинтвейном. Благо, что глинтвейн почти на каждом шагу продают. В нижнем городе звучит музыка, старые дома, атмосфера немножко другая, но здесь тоже небольшой рыночек, уже обычный рождественский, давайте тоже пройдем посмотрим. Экономики. Мед. Надеюсь, что вам была интересна атмосфера рождественского рынка в средневековом городе. А я хочу поблагодарить всех, кто подписался на мой канал. Меня очень удивил и порадовал такой неожиданный интерес к моему каналу. Последнее видео набрал на сегодняшний день 150 тысяч просмотров. Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!